И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, и я продолжаю играть в Ark Survival Evolved, все так же на моде Arkham Alive. Или Arkham Alive. Кстати, напишите именно, хотя, думаю, я не загуглю. Напишите в комментариях, как правильно говорится, именно русскими буквами. Но я думаю, ничего сложного не будет, просто в Google переводчик вводите, и там скажут, как правильно транскрипт. Говорится, я что-то ленивый жопу и не могу, короче, все залезть. Точнее, вспомнить не могу. Я вспоминаю только так, когда вначале говорю. В общем, Arkham's Life. В общем, суть дела в чем? Записал я серию, прикиньте, на 40 минут серию записал. И игра у меня крашнулась. Да, крашнулась игра. Суть дела в чем? Я рассказывал, так сказать, ничего такого серьезного не было. Я, в общем, переехал, сейчас покажу куда, Prime, да, Beer, да, это Prime Мишаня, и вы не ошибаетесь, это реально Prime Мишаня, вот. Oh, yeah. А, он у меня апнулся максимального левела, а, точно, я и забыл. Давайте сразу покажу дамаг, насколько увеличиваются, я очень крайне удивился, смотрите. Так, 89 тысяч. Это летает. Так, давайте-ка еще разочек. Вот, 132 тысячи. Дамага. Да уйди ты, блин, отсюда. Так, стой. Стой, 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 стой. Так. Апаем тебе дамаг. Давай, давай, Мишанька. Ой, ты вообще молодец. Молодец. И бэм, 135 тысяч. То есть... 2000 он апается. Еще раз. Ой, молодец, играй, играй, молодец, молодец, молодец. Ё, просто, даже жалко тебе, Брантач, если честно. Бэмс, 137 тысяч. В общем, 2000 за ап у него поднимается. Я ему сделал 4,5 миллиона хп. А, сейчас расскажу, как это делать. У Альфа... Ой, не здесь. У Альфа здесь был... Слышь, алё, пошел отсюда! Я тебя сейчас сожру, скотина ты безмозглая. Бежит, морда довольная. В общем, у Альфа здесь был, помните, да, косточка такая, типа такая хавка у него была. Нужно было 30 сердец и Альфа ДНК от этого... от Бигфута. Суть дела в чем? Во-первых... Когда вы ложите все в инвентарь, только ложите самое нужное. Когда вы создаете этот предмет, то он долго крафтится, наверное, с полминуты. Вы за это время снимаете все, снимаете седло, снимаете покраску, если есть. Все из инвентаря вычищаете. Альфа исчезнет. Весь. Полностью. И на его месте появится прайм-медведь, прирученный прайм-медведь. Такого левела, который был Альфа изначально. У меня был медведь Мишаня 720 левела. Мне, соответственно, Prime Мишаня дался 720 левела. Вот. Соответственно, он уже со своими характеристиками апнутыми и так далее. В общем, вкачал я ему специально 4,5 ляма хп. Все остальное я вкинул в дамаг. В общем, в целом в два раза мощнее получился Мишанька. Потому что дамаг сейчас у него... 153 тысячи, у того было 160. И, кстати, по процентам примерно такой же он и был. Вот, и... Отстаёт! На, по башке! Отлично. Вот, и, как видите, все очень даже замечательно. Весь этот лутецкий я добыл с убийства... лордов. Собственно, мы лордов пойдем убивать, да. Но только после того, как я покажу, из-за чего у меня крашнулась серия. Ну, я думаю, многие догадались, а кто не догадался, крашнулась она из-за чифа, именно из-за босса. Вот здесь вот, суть была в чем? Я лазил где-то там, убивал лордов и так далее, и тут, хоп, вижу, типа, ваш Харвест Бронта, а именно он только и остался там, умер, короче. Я думаю, чё за фигня? Пошли разбираться. Пошел разбираться, вот он. Как видите, я его вижу благодаря прорисовке, но если я ближе подойду, то у меня игра крашнется. Вот. Трубы нету, потому что у меня весь лут сдох. Точно, у меня трубы нету. Отлично, ни одной из трех. В общем,
Игра крашнулась, и я вылетел. Понятное дело, запись не сохранилась, и точнее, она тоже повредилась, и, соответственно, она не сохранилась. Ну, так что все плохо. Перезаписываю серию. Ну, в целом там ничего такого не было. Я переехал, я, получается, от Зака сделал там домик, но проблемка, кстати, надо будет ему написать, именно в этом чифе. Проблема в том, что он ходит прямо около базы. Вот, и там никак не появиться. Вот, единственная только возможность, это как у меня сейчас, почему я зашел в игру. Я сдох, прикиньте, я сдох, короче. И поэтому я появился. Ну, то есть вот я умер, но это я нуб создал, чтобы я хоть какой-то броне был. Вот, потому что меня акулы бы сожрали. Вот, и я сдох, соответственно, я весь нуб просрал, но зато я смог зайти в игру. Потом дождался, пока он отошел. Чутка подальше от мишени, мишени был не в упор. Отошел чутка подальше от мишени и уже призвал меня к себе. И все. Тем самым я хоть как-то выжил. Кстати, у Мишки почти 9 лямов торпора. В общем, его оглушить, не переоглушить. Ну и 4000 хп, 4,5 миллиона хп. Это я уже сам сделал, там у него было лям 300. Ну и дамаг все остальное вкачал. Собственно, вы это все видите. Единственное, что я мог увеличивал, это хп. Но 4,5 миллиона это я решил чисто для себя качнуть, чтобы было. Вот, сейчас мы пойдем искать лордов. Я хочу все-таки показать то, что реально легко. Опять-таки же, вот насчет этих крашев и так далее. Сейчас сервер, не сервер, а мод нестабильный. И из-за этих чифов крашится игра. И, к сожалению, с этим ничего нельзя поделать. Насчет сервера, так сказать, подытоживаю все это дело. Насчет серверов, сервера Savage Comes Live. Именно в том плане, что там было и так далее. Из-за чего я удалил серию смены сервера. Многие заметили, многие писали и в комментариях, и не только в комментариях, и в Steam писали, спрашивали, почему я удалил серию. Вот, вот это вот смена сервера и так далее. Потому что я там нелестно отзывался от сервера. Вот, и там не авторские права и так далее, да, ничего такого. В том плане, что... А почему удалил? Потому что мне многие люди писали то, что они этот трайб зачистили. И не только трайб зачистили. В общем, все нормально, все разрулили, все хорошо. Но опять-таки же на PvP сервере я играть не могу. Ёптель, моптель, срань, как темно. Так, гамма 4 сразу же, потому что здесь все фигово. Здесь будет срань темная, короче. В общем. Все хорошо, ну, они не сразу, понятное дело, все это сделали, потому что это надо время, потому что трайп развит и так далее. Вот, и, в общем, зачистили, так сказать, дебилы, и на том хорошо. Но меня больше, что удивило, это, оказывается, не его трайп был. О, волчок. Это был не его трайп, мне написал глава трайба о том, что... назовем так этого дебила, короче, в общем, исключили из трайба, короче, с ним разобрались и все в таком духе. В общем, нету его там теперь, и все хорошо. Я надеюсь, что он вообще в целом сервере исчез и так далее. Почему я рассказываю про сервер? Ну, во-первых, из-за того, что все-таки раз они своими силами, без администрации, без никого, раз своими силами исправились, то все хорошо. Там Виверна же была, да? Раз исправили, значит все хорошо, значит все пучком и можно рассчитывать и на самих игроков. Кстати, видите, да, со скелетонов очень много. Ёптель-моптель, ты что, дура, пролетела сюда? Я ж пересрался, я испугался в натуре. В общем, они своими, так сказать, силами справляются, значит и на том хорошо. Что очень даже неплохо. Также, почему все-таки советую вам именно на сервере, где живая администрация играть. О, еще один, их две, оказывается, было. Из-за того, что если вот так крашнулось, да, то вы можете написать администратору, и
как это было на Саваже, там несколько раз просто тупо сохраняли мир и зачищали всех динозавров. То есть, соответственно, чифы исчезали, и вы могли спокойно зайти в игру. Это было реально не раз. Я играю очень помалу в игру, потому что у меня времени нету. Но, так сказать, за это маленькое время... О, мантикора, прикольно. За вот это маленькое время игры, что я проводил в игре, так сказать, за это маленькое, короткое время, что я проводил в игре, не один раз туда, то есть сделали такую фигню. Потому что люди сами вызывали чифов, и крашилась игра, и так далее. Вот, поэтому как бы советую вам все-таки играть именно на сервере, где есть администрация. Как бы это ни звучало, но так оно и есть. Так, давайте-ка я... Если это батарея, то вот. Так, использовать. Давайте-ка я здесь использую, чтобы красного экранчика не было. И все. Кстати, здесь, как видите, кто-то развивался. Сейчас так тут завалили. Я чутка не успел, я со своими проблемами разбирался. И завалили. Вот. Трайпод, он твой отец. Чувак, я старался подойти, но не успел. Не знаю, но это глупость развиваться на вулкане сразу. Это в натуре глупость. Я думаю, там внутри ничего нету. Жадничать не будем, но, блин, я хочу посмотреть, что там внутри. Так, седло, это понятное дело. Ну, в общем, здесь мясо. В общем, здесь стоял Карна и еще кто-то, не помню. В общем, опять-таки же повторюсь, лучше играйте на... Пока мод не исправили, играйте на серверах, где есть администрация и адекватная администрация, которая вам сможет, если что, помочь перезагрузить сервер. Точнее, сбросить мобов, и вы, так сказать, все... Ну, так сказать, все будет исправлено! Да ладно, дракон, твою мать, дракон, дракон! Спидлорд! 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 Ансент Виверн! Спидлорд! Я убью тебя, Спидлорд! Блин, зависла игра. Рекнет! Ой, твою мать, это что было? Я сейчас чуть не отложил личинку со страха. Нифига себе, такой звук был. О, да. Как видите, лордов убивать легко. Единственная проблема, они поджаривают. Причем конкретно поджаривают, это очень больно. О, сильно больно, однако. И таким мишаней очень легко что-либо добывать и убивать. Как видите, я не раз убивал уже лордов. И много чего добыл уже. Так, это что, Доминус Рекс? Это... Так. Давай-ка сделаем так. Бир. Бэм. Не, на мешаник нету. Ничего не выпало на мешаник. Ну, кстати, что-то я не понимаю. Вроде лорд-то лордом, а... Это? Того? Сумочки-то нету? Отставу, однако. Ну-ка, здесь в кустиках нету. Ну это что за фигня? Не, все нормально. Просто кустики не убираются, ну фиг с ним. Наверное, из-за того, что... вот тебе и разница. Альфа, он быстро плавает, и он может собирать растения. Как ты там... Прайм, он не может собирать растения. Вот это да. То есть Альфа, он по сути как обычный медведь, может все собирать и так далее. А Прайм нет. Вот это поворот событий дня, я не знал. Окей, теперь знаю. Так, давайте еще искать лордов. Так, ну это рапторы-каннибалы, ублюдки. Почему ублюдки-каннибалы? Потому что я завалил одного раптора, но опять-таки же этого не увидели. Я завалил одного раптора, другой подбежал, давай грызть этого раптора. Каннибал недоделанный. Натурина, я его свалил. Я такое не прощаю. Ну, во-первых, это была моя добыча. А во-вторых, я такое не прощаю. Погнали, покажу вам островочек. Расскажу, что да, как с этим островом. Там тоже с островом такая проблема, дилемма, это в натуре. Вот. Я тут пока, ну, я сейчас в последнее время делал как, запускаю стримы,
Именно, я в последнее время смотрю по ретро-играм. И как Sega, Dendy, как бы, я запускаю видео, записи стримов и смотрю их, короче, с периодичностью. То есть, ну, допустим, я сейчас, пока пытался зайти в игру, я смотрел стримы, запись стримов. И, в общем, и, так сказать, решил снова вспомнить что-то, когда где, по Sega, Dendy и все в таком духе, то есть по ретро-играм. И, собственно, вот смотрю стримы Чанский потихонечку. Вот он мой островочек, я сюда все перебазировал. Как видите, я его окружил полностью. Стой! Стой в натуре, стой! Бэнг! Бэнг, говорю! О, да, успел. Полностью окружил его, и, казалось бы, да, я его полностью окружил. Но, смотрите, есть какая-то штука. Аномальная зона. Вот все, что я здесь окружил, вот здесь, где я стою, здесь нельзя ставить постройки. Да, нельзя просто тупо ставить постройки, и это проблема. Вот, но я здесь уже придумал, здесь, по сути, и так нельзя поставить постройки. Здесь я где-то фундамент ставил внутри, так что даже если захотят, здесь не смогут застроить. Вот, но как бы здесь у меня будет просто заход на территорию, типа порта я сделаю. Вот, а здесь будет уже стоять дом, и все будет хорошо. Получается, здесь я перевез абсолютно все, абсолютно всех, кроме одного. Одного фиолетового я оставил от Зака, сделал ему домик. Ты меня испугал. Так, не следовать. В общем, сделал ему домик 3 в высоту, 3 в ширину и 4 в длину. Падай. Вот, и сделал большие ворота. Но ворота я поставил такой же пароль, как на дверь, чтобы он уже знал что-то, когда, где. И мог спокойно заходить туда. Да, пока что я еще от живности, мне приходится избавляться, но что поделать. Погнали искать лордов. Потому что что-то один лорд это вообще ни о чем, тем более всего лишь навсего дракон. Есть дудурексы, есть мегапитехи. Вот, в общем, из лордов, самый мегапитек. Он, единственная проблема у него, он кидает булыжник, который дамажит в 2 раза больше. По-простому говоря, так он дамажит 2,5, и булыжником он дамажит 5000, все, ну, 4,5 миллиона хп. Вы сами прекрасно понимаете, я его альфа-чем убивал, начнем, пожалуй, с этого. Потому что альфа-мишка, и нет проблем. Опять-таки же, повторюсь с самого начала, как развиться до альфа-мишки? Задолбали вопросом таким дебильным. Что мне делать? Так, вот реально, вот такой вопрос дебильный. Что мне делать? Что нужно делать? Берете, создаете стрелы, ядовитые стрелы, и находите себе, можете сразу мишаню томить, не проблема. Вот, но находите, как я бы делал, у меня как бы было легче, я сразу же мишку нашел. Почему я здесь бегаю? Здесь спавнятся лорды в этом месте, недалеко. Как бы я делал? О, еще дракон, ёптель, 2 дракона! А там кто летает? Надеюсь, там не чиф летает. Потому что если там летает чиф, то это все будет фигово. Так, давай-ка отступать. Давай так, когда буду дамажить вас, короче, буду отступать. Потому что я там без понятия, кто там. А, вы еще и левел мелкий. Отлично, это то, что мне нужно. Одного завалили. 500 левел? Мелкий левел? Да ладно, ты в натуре прикалываешься. А где второй? А, обезьянка. О, нифига себе, вот это меня тут поглушили. Использовать. Кстати, эти бутыли делаются легко. Делаются из... Ага, сумочка, отлично. Делаются из редких цветков. Редкие цветки добываются легко. Что за говно? Мясо, кожа. Что за в натуре? Говнище какое-то. Так, вот это, короче, вообще выкинуть надо. Еще та гадость непонятная. Нафига она мне нужна? Я там видел какой-то белый летал козел. А,
А, так это Мантикора. Господи, прости, блин. Что же мне внутри? Не, подожди. А, нет, не Мантикора. Это... Нет, Мантикора. Ну, говно. А, о чем я рассказывал? А, я рассказывал о том, что... Как развиться. А, ну, даже 3,5. Ну, здесь он какой-то ни о чемный. Я его сейчас уже завалю сразу. Вот, в общем, суть дела в чем? Создаете стрелы, либо выбиваете стрелы. Ну, а, не, 520 левел. Что-то натурально реально какой-то ни о чем. До этого попадали все босяви, были да мощнее. Создаете стрелы. Иди сюда, мантикорочка моя. Я летаю, я в раю. Хопаньки, бульк. Пошли за мной. Родимая, пошли за мной. Да и пошла ты, блин. Летаешь не пойми где. Натуре. Создаете стрелы, либо выбиваете. Я это уже сказал раз пять. Далее. Томите динозавров. Либо любого ядовитого, ну такого нормального левела. К примеру, Патчи. Патчи такой вполне неплохой сам по себе. Он и сам по себе ядовитый, плюс Poison очень так матёро даст эффектов. Давайте скелетонов поубиваем. Матёро даст эффектов и то, что нужно, так сказать, даст. Дальше вам нужно найти Мишку. Именно Мишку. Мишка, он босявый. Мишка, он дамажит, Мишка может, Мишка молодец. Вот, поэтому вам нужен Мишаня. Без вариантов. Потому что Мишка, он мощный. И ХП у него много, можно раскачать и так далее. Если вы, конечно, сможете своим зеленым сделать что-либо с альфа-медведем, флаг вам в руки, вы молодцы. В этом плане я даже не спорю. Кератина у меня теперь сраного туча будет, в натуре. В этом плане я даже не спорю. Делайте, если так можете, то делайте. Вообще не проблема. Такс. Чисто? Чисто. Опаньки, потому что вот за этим стоит спуститься вниз. Так, давай-ка посмотрим еще. Нет, нет больше сундучков. Вот. То есть ваша задача найти альфа. Я предлагаю вам начать с медведя. Медведь, он мощный. Рексы, не рексы, да-да-да, это все фигня. Медведь, он мощный. Вы сами видите мощь медведя. Мощь альфа медведя, да, в раза в два меньше. Но поверьте мне, вы просто будете раза в два дольше убивать. Побольше таких бутылей берете, и проблем не будет. У меня было 2,5 ляма хп, и мне этого было вполне предостаточно. Сейчас немножечко скелетов поубиваем. Может, здесь еще босс появится. Вот, 2,5 ляма хп мне было вполне достаточно, и как бы хорошее седло вообще не проблема. Что дальше? Ну, дальше дело техники. Серия у меня уже выходила о том, как создавать альфа. Я именно создавал даже альфа-медведя. Дальше тут как повезет. Повезло вам и дали, появился альфач большого левела. Это хорошо, значит вам повезло и вы сделали все, что нужно. То есть, допустим, вот мне повезло, да, мне сразу же альфа 480-го левела, если не ошибаюсь, да. И, соответственно, когда он апнулся, он стал 720 левел. Что довольно-таки мне очень сильно повезло, я вам так скажу. Вот, отлично. Вот, если бы... Так, Бир... Бир... А, фу, говно какое-то. Дали они седлом. Ничего хорошего здесь нету. Зато, ну-ка... А, черт побери. А, ничего понять не могу, я же правильно ввожу. Ну, Г. Да иди ты в жопу, короче. Так, с... натуре брони нету. И пошли все. А, нафиг, короче, потом оденусь. Мне с ни к чему эта бронь. Вот, в общем, делайте альфа. Альфа, альфачом уже набивайте сердца. Убивайте Бигфута. Переделывать его в прайм и с помощью прайма. Не знаю, чифов убьете или нет, но они пока что крашатся, поэтому сильно не рискуйте. Но, как видите,
абсолютно всех вы можете убивать. Так, давайте я вот это вот завалю. Давай, 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 труп исчезает, в натуре. Нет, времени не ждать, надо убивать, надо убивать. Убивать надо. В общем, серия должна была быть прикольная, и она была прикольная, я вам так скажу. О, Рексуня. Ничего, ничего, сейчас ты тоже пойдешь туда. К своим братцам. Бэбэнкс. Бэнк! В натуре затащил. Да уйди ты отсюда своим трупецким. Очень долго накидывается, конечно, этот весь лут. Ну да ладно. Погнали на болото. Там змеи, там спинозавры, там... Прикольно, там больше файтов. Надеюсь, что-то не спавнятся они. Расхотели они спавниться по-нормальному. А, ну хотя я двух драконов завалил, мегапитека, да, нормально, они спавнятся. Чё-то я, просто они какие-то ватные по сравнению с тем, что было раньше, когда я на альфе бегал. А да, для прайма это вообще не проблема. В общем, ваша задача это сделать боевую единицу, желательно прайм боевую единицу, и на которой будет делать все, что нужно. Здесь мод раскачанный, то есть здесь все раз в 5 мощнее и лучше, нежели на обычных серверах. Но, опять-таки же, собирая цветы, делая хилки на регенерацию, там всего лишь надо 5 цветов и 20 кожи, если я не ошибаюсь, я ошибаться не должен. Цветы можно собрать тупо с плотин. С этим проблем у вас не будет. Самое главное, вкачайте хотя бы 1,5 миллиона хп. Хотя бы миллиончик хп и нормальное седло найдите. А вот и спинозавра. Вот, и дальше у вас уже проблем не будет. В том плане, что вы будете с легкостью убивать. А если что не так, с легкостью хиляться. Их там двое было. С легкостью хиляться, потому что... КД на бутылку, то есть КД это кулдаун, если кто не знает. КД на бутылку 10 секунд, ну а за 10 секунд у вас 1 миллион хп точно не отнимут. Вот, поэтому как бы не проблема, даже в соло вы сможете сделать то, что от вас требуется и то, что вам нужно. Вот, а теперь вот, видите, пришел на болото, и давай просто тупо всех убивать. Всех налево и направо, убиваю я, без лишних заморочек. Вот, вот он подбежал, огребся, все, молодец. Самое главное, чтоб капрапуз там, или как там, карпауз. Ну, в общем, тот крокодил, который прыгает, главное, чтобы он не появился. Почему? А он седока, скотина, с седла скидывает, урод, в натуре. Ну вот. Раскачав, в общем, нужного себе динозавра... Да ну нафиг эту личность буду скидывать. Раскачав себе нужного динозавра, вы уже сможете... То есть, допустим, вот прайма, да? Вы уже сможете не просто бегать там, допустим, лутать что-либо. Вы уже будете иметь такую нехилую боевую единицу, которые в любой момент вы можете пойти и убить кого-то. Опять-таки же повторюсь, насчет чифа, а именно насчет боссов, я ничего не знаю. Так, где там Токсик? Токсик, 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 я хочу тебя убить, Токсик, я хочу тебя убить. Токсик, о да. Лутецкий есть? Или Лутецкого нет? Есть Лутецкий. Ну-ка, я боюсь, когда ты рядом. Так, давайте я это все поубиваю от здесь. Вот, поэтому, как бы, в общем, задачу вы поняли, да? Что нужно делать и как это нужно делать. Это ничего сложного. На... параш какая-то. На нормальном сервере... Не, не так. На любом сервере, где имеется нормальное количество альфа, где... Да где ты в натуре? Ты чё, жить тебе что ли надоело? Где имеется хорошая администрация, в
том плане, что вы сможете с легкостью обратиться к администрации, если нечаянно появился чиф и вас крашнуло, и вы ничего не можете сделать, вам достаточно будет обратиться к администрации и решить эту проблему. Это очень хорошо. Опять-таки же повторюсь, ищите именно такие сервера, потому что сейчас пока что мод очень сильно глючит, и я почитал немного форум, у меня проблема с английским, я дерьмово его читаю и воспринимаю, но как бы я понял, что пока что проблема не решается. Знаете, такое как будто бы разрабы даже не знают о этой проблеме, либо они просто игнорируют эту проблему, так как они просто не могут найти решение этой проблеме. И если они будут каждому отвечать даже просто тупо фразой «мы работаем над этой проблемой», то они просто-напросто именно от этого уже устанут. И, по сути, у них просто не будет времени на то, чтобы делать что-то нужное. Вот, поэтому, как бы, ну, я думаю, они ищут проблему, они решают эту проблему, и я надеюсь, в ближайшем будущем это все исправится. Но пока что единственное решение – это адекватная администрация, которая, если что не так, то поможет вам справиться с этой проблемой. Опять-таки же повторюсь, сервер Savage, по крайней мере, там игроки, ну, администратор, это, да, то есть в этом плане, если вкрашнуло, то администрация перезапускает диких динозавров, все нормально, это хорошо. Это я уже сталкивался с этим, так что, лично я даже замечал несколько раз, хотя я играю очень редко, но даже я замечал, при мне, так сказать, это было. Иногда даже из-за этого приходилось запись немножечко, начало записи минут на 10 откинуть из-за того, что делают рестарт. Вот. Опять-таки же, то, что игроки сделали на сервере, в том плане, что они зачистили и так далее, хейтеров в таком духе, так сказать, искоренили дебила с сервера. Как говорится, один обосрался на сервере, и весь сервер говно, что ли. Ну, примерно так оно, конечно, и получилось. Но они, собственно, его зачистили. Убрали, все хорошо. Надеюсь, он не появится. Так что, я думаю, он не будет мешать вам играть. Вот, поэтому, как бы, опять же, про него я еще раз вам рассказал. Ну, если, опять-таки же, вы не хотите играть на сервере с администратором, а хотите играть именно где я играю, потому что народу очень много уже на сервер пришло, и в основном все, все русскоязычные. Вот, администрация, наверное, вообще тут будет в шоке, когда узнает, что реально все игроки, которые здесь играют, это все русские. Ну вот, и в итоге вайпнет сервер. Вот, поэтому, как бы, если вы хотите так, то, опять-таки же, повторюсь, что нужно... Да я не могу ни одного лорда найти. Я из лордов сраного тучу всегда видел. Я их что, всех убивал, что ли, на сервере? Вы что, прикалываетесь, что ли? Я их сраного тучу убил, блин. До записи. После... Точнее, во время фейла. После фейла. На запись уже чутка убил. И все. Ни одну духу не могу найти, Додорекса. Лорда Додорошка. Вот, в общем, если вы все-таки хотите играть на таком сервере, либо у вас нет возможности, допустим, связаться с администрацией и так далее, то смотрите, что нужно делать. Во-первых, без паники. Вы уже сдохли. Примите это за главную мысль. Даже если вы не сдохли и вы загрузитесь, то лут уже исчез. Потому что пройдет уже 15 минут на 100%. Поэтому самое первое, это смиритесь. И без паники. Без паники, смиритесь. Второе. Вам нужно рассчитывать лишь на то, что вы... на то, что динозавр, так сказать, чиф отойдет далеко, и вы сможете зайти на сервер. Это одно из, так сказать, желаний, которое должно быть у вас. Бэнкс! Вот. Либо вы должны желать умереть. То есть, реально, если вы умрете, значит, вы сможете респаунуться в любом другом месте. Что тем самым вам очень сильно поможет. Собственно, я из-за этого один раз заходил. Третье. Когда вы все-таки умерли и зашли на сервер, то сразу же не бегите респаться там, где вы умерли, рядом. Респайтесь дальше. Точка респа должна быть крайне далеко от этого чифа. Почему? Потому что опять крашнитесь и будете так же сидеть, как я, как дебил, блин.
А чё, у меня опять крашнулось на туре, сидишь там, и ничего не делать не можешь, блин. И просто я тупо час просидел в попытке зайти на сервер. Ну да ладно, я для этого и записываю серию, чтобы вам рассказать, что да когда где. В общем, респайтесь подальше. Дудоха, ёптель! Ёх ты, Дудоша! Дудоша в натуре, Дудоша, хорошо-то как. Зайди. Ах ты ж в натуре хорош палить, мы ж так лес спалим. Че? А, че за фигня? Чем ты исчезаешь? Погоди, я тут в это, типа в прогрузках, в лагах, я даже ничего не понял. Я его убил, да? Ну да. В общем... Бэ-бэм, пауэркарна. 600-й левел, жаль. Я бы тебя притомил, было бы неплохо. Ну, так тупо, из-за того, что 600-й левел хотя бы. Респайтесь в другом месте. Если у вас еще живой динозавр, а как это узнать? Заходите в трайб, а я вам советую при заходе в игру сразу создавать трайб, если что, сделать объединение, не проблема. Прокручивайте самый низ и смотрите. Ага, вы умерли, а ваш Дина живой. Отлично. Дальше делайте все по пунктам. Не старайтесь бежать через Чифа, а старайтесь обойти его. Как, допустим, сделал я. Я обошел его с другой стороны, как бы, и старался издалека. Дальше вам нужна максимальная прогрузка включаться, которую вы можете себе позволить. Че это ты? Ну-ка. Ребята, давайте жить дружно. Вот. Прайм саблезуб был. О, прикол. Вот. Загружаетесь подальше. Подбегаете пешочком. Или вплавь. Так, чтобы все-таки вы не видели этого козлину, из-за которого вас крашнуло. И уже садитесь, так сказать, верхом на своего динозавра. Либо подзываете его. Давай, переместить все. Либо подзываете его и беспроблематично... Так, да, мы два. Беспроблематично уже уплываете оттуда. Собственно, как у меня и получилось. Да, сейчас скоро светает, так что, народ, не серчайте за такое. Ну, алло, блин, переместите, говорю. Да, походу, игра подвисла. Ну-ка. Давайте проверим, подвисла ли игра или я дебил. Так, деревья я ломаю. Мена. Почему это все у меня не перекатывается? У меня это хлам уже есть. Не понимаю. Ну да, деревья я ломаю. Ну ладно, фиг с ним. Потом разберемся. Все, ну, надеюсь, я вам хоть как-то помог. Конечно, если у вас будут такие проблемы, то пишите, спрашивайте, что делать и так далее. Возможно, чем-то я вам помогу. О, альфочка. Вот, возможно, я вам чем-то и помогу, а возможно и нет. Тут как бы уже не серчайте. Конечно, по глупым вопросам всяким разным старайтесь не беспокоить. В том плане, что, как говорится, все мы люди. И я рано или поздно могу просто взять и послать вас за глупые вопросы. А потом, когда реально вам нужна будет помощь, то вы эту помощь не дождетесь от меня. Потому что, ну, блин, вы до этого у меня доставали всяким говном. Я уже от вас просто не смогу адекватного вопроса ожидать. Вот, поэтому как бы такие вот дела. Да, если что, я запоминаю людей, которые всякую фигню мне пишут, в том плане, что всякий идиотизм, я потом уже не воспринимаю этих людей как за адекватных людей, и даже если что-то нужно спрашивают, я отнекиваюсь, причем в грубой форме. А вот. Да все, по-моему, серия такая получилась дебильная, я в поисках лордов бегал большую часть, но я надеюсь, я вам рассказал очень много полезного в плане того, что делать во время краша. То есть, если у вас на сервере имеется хороший администратор, который из-за вас, так сказать, одного, ради вас одного, сможет зайти, сохранить мир, удалить всех динозавров, чтобы вы зашли в игру.
то играйте на таком сервере. Опять-таки на Savage так делают, так что и это лично я сам видел. Вот. Ну, единственная проблема была это в дебиле неадеквате, но этого дебила сейчас нет на сервере, так что все хорошо. Если вы не хотите на серверах играть... О! Босс, что ли? Алло, блин, ты босс? Нет, Elemental Bloodmother. Ну, ёптель-моптель, я Elemental Bloodmother. Да, Bloodmother. Нет, что-то какая-то фигня влажная, влажная. Влажная фигня. А, я примерно понимаю, из-за чего влажная фигня. У меня браузер открытый. Ну, вот. И сейчас как будто у меня стримчанский, поэтому, да. Чё-то сигнал плохо доходит. Ну, да ладно, фиг да с этим всем. Я браузер закрыл, надеюсь, поможет. Хотя бы закончить серию. Я просто еще все еще надеюсь найти кого-нибудь. Конечно, лучше всего летуна делать. Виверну сделаю. Аргентависа сделаю. Свои идеи пишите в комментариях. Возможно, именно ваша идея будет в следующей серии. Что еще? В общем, конечно, не закончил. В том плане, что... Если что не так, то старайтесь следовать всем тем пунктам, которые я уже вам рассказал. Если вы прослушали, перемотайте немножечко назад, и вы поймете. Ну и все, пожалуй. Самое главное, конечно, это без паники и ждать. Ждать, надеяться и верить. Как бы это глупо не звучало. Но вы сами выбрали такую участь себе, играть без администратора. Вот, поэтому как бы... Смиритесь. Вот. Либо играть с нормальным администратором. И все будет пучком у вас. Бэнкс! Я всегда боюсь, когда вот так падаю, я боюсь, что сдохнет. Там он так вот использует, короче. Греха подальше. Видели, да? 10 секунд, как бы, все дела. Респаун. И все в таком духе. Блин, я не могу найти ни одного босса. Ну что за беспредел? Когда не нужно, они здесь есть. Когда нужно, точнее, мини-босса. Когда нужно, их ни одного нету. Так, ну это птерчик, это все фигня, это все фигня. Не, конечно, жаль, что прайм мишаня, он медленно плавает. Мне очень нравилось, как прайм мишаня, альфа мишаня бегает по воде. Это просто кайф. Просто за секунды можно было переплыть. Это лучше какого-либо корабля, я вам сразу говорю. И по грузоперевозке он офигенен, и все, просто кайф, пэмс. Ну и фиг с тобой. Все-таки убил. Вот, поэтому как бы альфа-мишаню надо будет делать, мне это 100%. Если, конечно, хороший левел апнет, то... Ой, блин, натуре откатило. Если в хороший левел будет у меня, то я, понятное дело, сделаю его праймом. Почему бы и нет? Чтобы у меня нормальный прайм был и так далее. Так сказать, это уже другая история. Следующая серия, наверное, будет у меня серия, посвященная строительству базы, я не знаю. Вот, поэтому как бы посмотрим. Жаль, конечно, серия не записалась. Я очень много сказал там тоже полезного. В этой серии я тоже сказал много полезного. Но та серия была поинтереснее. И реально была интереснее. Просто сейчас я устал, у меня сейчас пол первого ночи. Поэтому как бы... да. В общем... Тяжело немного снимать, тогда когда уже ты должен спать. И ты прекрасно понимаешь, что... все плохо, и... такая хорошая серия была, и... такой фейл конкретный. Прыжок веры в воду! Бульк! Вот. Почему в воду я прыгнул? Потому что так точно хп не отнимется. Вот. Тени, кстати, я не собираюсь ставить слишком далекие. Извиняюсь, не вижу смысла. Вот, поэтому как бы мне и так вполне прикалывает. Зато так светло и все видно. И заодно тени есть. Не, никого я найти, короче, не могу, потому что они все в жопу. Нафиг, только лучше времени потратил. Но зато рассказал кое-что полезное, надеюсь, для вас. И нужное для меня. Вот. Так что, все, короче, надо выходить на берег. Мне это уже лес уже бесит. Меня все бесят. Так, обезьяна. Обезьяну надо завалить. Без вариантов. Бэм, обезьяна. Бэнг. Ничего не выпало.
Диплодока тоже надо завалить. О, диплодока. Бронта. Бронта. Бэнкс. 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 Я говорю, Бэнкс! 600-й левел был. Прикольно. Так. Сейчас он добудется. Почему-то не показывают то, что добывается, все дела. Возможно, кстати. Ну, блин, камера. Во, все, отлично. Возможно, из-за того, что у меня здесь уже по предметам перевес. Точнее, перегруз по предметам, по количеству. А вот, так сказать, не исключено. Поэтому надо всякое хлам выбросить. Переместить все? Да, у меня просто по предметам, поэтому у меня все и лагало. Потому что игра чутка не воспринимала сигнал и так далее. Поэтому освобождайте инвентарь от всякого хлама полезного. Седло говняное выкинул. Все, пока что хватит. Так, нужно будет, конечно, анкил. Да, кстати, писали то, что анкил и все дела, это на металл, но как бы... Это я и так знал. Это я вроде говорил даже на серии, либо подумал об этом. Вот, но как бы... Это да, это я знаю. Анкил я потом притомлю. Чтобы мне Дедикурус попался, 600 левел, я решил, о, прикольно, Дедикурус, 600 левел, все дела, надо томить, короче, еще и Харвест. Бдейш, сколько отняло? Просто полляма хп отняло, практически. А может и больше. Так, ну все, наконец выбрался на свет. Так сказать, и вышел из дебрь лесных, и все пучком. Все, на этом все, народ. Пишите, пишите, что, как, где, свое мнение и так далее, обо всем. Что еще? Кстати, в описании айпишник именно сервера Саважа будет. Вот, потому что, во-первых, айпишник этого сервера я не знаю, а во-вторых, я вам советовать его не буду, потому что здесь в любое время может быть вайп. Это раз. А во-вторых... Ну, сами понимаете, если что не так, чиф, то есть босс вас просто выкинет из игры. Сейчас же, к примеру, вот от Зака там, да, находится, у него там все, у него там база, у него там все динозавры, и он будет заходить, у него будет крашиться. И он ничего не сможет сделать, пока он не сдохнет. Даже если он сдохнет, у него все ресурсы все там находятся. Что, соответственно, ему либо начинает сначала... Либо ждать, пока он задиспавнится. Либо ждать рестарта сервера. И так далее. Вариантов немало, но и немного. И все неучительные. Потому что все будут под названием ждать. Так, ну все. На этом все. Как я уже говорил, пишите в комментариях то, что вы хотите, чтобы я увидел, ну, чтобы я снял. Я все записываю в блокнот, все хорошие идеи. Я записываю в блокнот все, что уже было. То есть, если вы свою идею не увидели, значит, она уже была снята. Так что посмотрите просто мои видео получше до конца. Ну все, на этом все. Всем удачи, всем пока, всем счастливы и добра. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки и комментировать. Все, всем пока.